В ефірі студія «Репортер», я Тетяна Блайда. Вітаю вас. 2 березня в Міжнародному гуманітарному університеті відбудеться День відкритих дверей. Заклад вже чекає абітурієнтів і приготував для них цікаву програму. Про кожну з 19 спеціальностей розкажуть декани факультетів. Детальніше розпитаємо у Юлії Шарапановської, відповідального секретаря приймальної комісії МГУ. Юля, вітаю вас і раді, що прийшли до нас в студію. Доброго. І я не тільки вас вітаю, а й весь МГУ, бо нещодавно є така інформація, що університет став лауреатом премії «Народне визнання», а саме в номінації «Лідер у сфері міжнародної діяльності». Я вас вітаю і хочу запитати, чи ви самі вважаєте цю премію престижною? Здравствуйте. Значит, конечно же, ту премию, которую мы получили, она является очень престижной для нас, так как она признается на международном уровне. И действительно, это большая честь получить такую награду и, соответственно, показывая тот уровень, который задал президент нашего университета Сергей Васильевич Кивалов, то, что мы признаемся не только в Украине, а и, конечно же, за границей, и, соответственно, мы достойно несем звание Международный гуманитарный университет. Так, и международная деятельность – это то, что и у нас, и вас иноземцы навчаются, и лекторы иноземные приезжают. Так, это означает, что вы вот в таком ракурсе так ведете работу? Конечно. Соответственно, Международный гуманитарный университет довольно часто, круглогодично, мы скажем так, что посещают лекторы с разных стран и проводят лекции на английском языке, и на французском, на немецком языке для наших студентов. Значит, на базе университета у нас есть и факультет лингвистики и перевода, где также не только даже лекции читаются приглашенные, но и читают носители языка. Соответственно, это задает престиж нашему университету. Так, ну добренько, давайте теперь переходить до самого дня відкритих дверей, 2 березня, 11:00, Международный гуманитарный университет. Яка программа буде цього заходу? 2 марта в 11 часов мы приглашаем и учеников 9, 10, 11 классов города Одессы, Одесской области и Украины. Соответственно, на день открытых дверей, где абитуриенты узнают о вступительной кампании 2019, соответственно, об изменениях, которые произошли уже в связи с принятием условий приема в вышеучебные заведения. Так, вы про эти изменения нам тоже будете рассказывать, так? Да, конечно, расскажу. Так, добре, ну давайте до змін тоді. Тоді до цікавого. Зараз студенти подають заявки на ЗНО, і що для кожного абітурієнта, не студента, а абітурієнта, що для кожного школяра слід знати, якщо він вже планує вступити до вашого вузу, які документи, які предмети, на які спеціальності, які прохідні бали, от таку інформацію. Каждый абитуриент, который планирует поступать в Международный гуманитарный университет либо в любое высшее учебное заведение, прежде чем зарегистрироваться на внешне независимое оценивание, должен ознакомиться, какие вступительные экзамены, то есть ЗНО, сертификаты ЗНО, необходимы для поступления на ту или иную специальность. Для этого же, конечно же, абитуриенту необходимо прийти в приемную комиссию, либо зайти на сайт университета и поинтересоваться, какие конкурсные предметы. И, соответственно, минимальный проходной балл. Об этом, конечно же, мы расскажем более подробно на дне открытых дверей. А есть единый минимальный проходной балл для всех, чтобы потрапить в университет? Единого нет. Так как университет имеет, как мы уже, вы уже подчеркивали, что 19 специальностей, так. Соответственно, ряд специальностей есть, на которой проходной балл один, на другие специальности другой, поэтому, соответственно, есть изменения. В целом, то есть большинство специальностей имеет проходной балл от 100, кроме медицинского направления, юридического направления, соответственно, и есть ряд экономических специальностей, которые есть также ограничения по проходным баллам. Так, Юлі, проходять зараз якісь конкурси додаткові, творчі, можливо, на якісь спеціальності творчі? Творчі конкурси на спеціальність. Значить, в цьому році, у нас на спеціальності дизайн, аудіовізуальне іскусство, правоохранительна діяльність і образовательні і педагогічні науки буде творчий конкурс. Так, в чому він буде полягати? Так, тобто для спеціальності дизайн – це рисунок, для спеціальності аудіовізуальне іскусство і производство, відповідно, це теоретичні питання, а також навики, які можуть проявити абітурієнти, показати свої відеороботи, фотографії. Ну і, звісно ж, може хтось
кто-то, если кто поступает на специализацию ведущий, то, соответственно, проявляет свое ораторское мастерство. Так. На специальность, например, правоохранительная деятельность, это новая специальность, необходимо всего лишь 2 сертификата ЗНО, это украинский язык, история Украины, украинский язык и литература, история Украины. И третий – это творческий конкурс. Творческий конкурс, он состоит в том, что это физподготовка. Значит, и есть такая же специальность – образовательные педагогические науки. Это будущие педагоги, психологи, соответственно, и преподаватели, учителя. Это теоретические вопросы, конечно же, и, соответственно, эссе. Ну, которое необхідно буде здавати в університеті. От ці конкурси, які ви назвали, творчі конкурси, фізичні, вони будуть вирішальними при конкурсі чи все ж таки результати ЗНО? Значить, коли формується конкурсний бал абітурієнта, сумуються всі 3 предмети і, відповідно, учитується також середній бал атестату. Відповідно, рішаючим буде це вже середня арифметична і всі, повністю всі 3 предмети і середній бал атестату. Он является как бы решающим. И там мы уже смотрим среднеарифметическое. То есть, как так, я так зрозуміла, що спільним для всіх факультетів спеціальності є українська мова та література. Да, соответственно, український язык і література являється обязательным для всех специальностей, то есть, которые поступают на базі 11 класів, то есть на основі повного середнього образования. Так. Юлю, ми назвали з вами 19 спеціальностей. Це досить багато для вузу. Які з них, от ви самі, дирекція, так, ректорат, вважають найбільш популярними серед абітурієнтів? І на які цього року робите ставку? Бо, можливо, рік від року змінюються переваги. Ну, давайте мы будем говорить о, о вступительной кампании 2018, да, которые были популярны, и я думаю, что... И, возможно, мы с вами спрогнозуем на, да, возможно, на цей рік, так. Возможно, так. Возможно, мы, значит, продолжим, соответственно, эту тенденцию. Вступительная кампания 2018 показала, значит, популярность специальности филология, международное право. Так. То, что рекордное количество студентов было подано на эти специальности. Менеджмент специальность, также специальность стоматология. Так. То есть это те специальности. И также дизайн специальность, компьютерная инженерия, экономика. То есть эти все специальности ключевые, которые было подано большое количество заявлений. И какой там конкурс вот, на те специальности, которые вы назвали? Ну, плюс-минус. Сколько людей на одно место? Значит, есть специальности, где 2 человека на место, есть специальности, где 3 человека на место. Так. Все зависит от специальности. А есть найпопулярніше, бо це мова цифр, Самая популярная специальность филология, международные отношения. Вот так, гуманитарная специальность. Гуманитарная специальность, да. Конечно же, если мы говорим о медицинском направлении, они также являются популярным, там меньше, конечно же, количество заявлений, но они являются популярными, потому что здесь есть ограничения в 150 баллах, которые необходимо минимальные иметь значение, но достаточно популярно, потому что эти абитуриенты целенаправленно, и у них приоритет заявлений номер 1. Соответственно, вот если я хочу быть стоматологом, либо я хочу быть врачом, то, естественно, он не будет, допустим, компьютерщиком, либо дизайнером, он сразу идет и становится, конечно же, врачом. Поэтому эти специальности не менее популярны и актуальны в наше время. Так, у вас є також 3 нових спеціальності. Це готельно-ресторанний бізнес, медицина і правоохорона. Так, правоохоронна діяльність. Розкажіть коротко про кожну з них. От давайте почнемо з готельно-ресторанної справи, з готельно-ресторанного бізнесу. Чому саме таке вирішили відкрити у себе? Думаєте, що буде користуватись попитом? Ну і взагалі вести бізнес, знаєте, є така думка, щоб вести готельно-ресторанний бізнес, не обов'язково мати освіту, обов'язково мати хист до цього або гроші для стартового капіталу. Чому така спеціальність з'являється? Значить, два года, вот в течение 2 лет мы проводили опрос у абитуриентов. Соответственно, какую специальность они выбирают. Так. И очень многие у нас, вот мы просто общались со школьниками, и очень многие спрашивали всегда, когда мы рассказывали, что такое менеджмент, да, например, что это управление, можете работать в этой сфере, например, в сфере бизнеса, в сфере финансовой сфере, вы можете работать в сфере отелей, ресторанов,
И очень многие интересовались именно отельно-ресторанным делом. Так. Соответственно, это привлекает, так как мы находимся в Одессе, это юг Украины, эта индустрия очень развивается на юге Украины. Соответственно, мы приняли решение, что вот из опроса, который мы были проведены у абитуриентов, что вот эта специальность действительно актуальна. И действительно, уже вот мы еще не успели открыть специальности, а уже ряд абитуриентов уже приходили, получали консультации на подготовительных курсах, готовятся именно на поступление на отельно-ресторанное дело. Так, тобто студенты сами вирішили, що це актуально да, для них, і це да. згодиться така І, соответственно, професія, ми проводимо также опроси і смотрим на статистику по трудоустройству, що дуже многие випускники трудоустраиваются в этой сфере, то есть это является привлекательным, соответственно, многие уезжают, соответственно, и в другие города Украины, так. где это А с профессорско-викладацьким складом не было проблем, от, коли открывается новая специальность, где брать людей, чтобы выкладывать новую дисциплину, новые дисциплины, новые предметы? Ну, проблем не возникло, потому что мы ее пролицензировали, вы знаете, так. что все для того, чтобы пролицензировать ту или иную специальность, необходимо выполнить все лицензионные условия, и, соответственно, были приглашены ведущие преподаватели, которые в этой сфере, и, конечно же, на базе Международного гуманитарного университета есть очень сильная кафедра международных отношений, кафедра менеджмента в Институте права экономики и международных отношений, где обеспечены кандидаты и доктора экономических наук, соответственно, по ряду этих специализаций, соответственно, проблем не возникло. И, конечно так. же, студенты получат качественное обучение и знания, и опыт. В будущем. Так, про це поговорили, правоохоронна діяльність, теж цікава спеціальність, яким може працювати людина, яка от закінчить факультет там, да, правоохоронної діяльності. Ну, во-первых, я хочу сказати об особенності, то, що правоохоронна діяльність – це нове. У нас була відкрита магістратура, і в цьому році ми відкрили рівень бакалавра. Да? Значит, соответственно, необходимо сдавать украинский язык и литература. Так. Второй предмет является обязательным, это история Украины, то есть два предмета ЗНО. Срок обучения на этой специальности составляет 3 года, так. то есть не 4 года, а 3 года. И, соответственно, студенты в будущем получат диплом бакалавра через 3 года, специальность правоохранительная деятельность. Можно працювати с таким дипломом уже після 3 років навчання? Безусловно, потому что получает уровень, во-первых, уровень высшего образования, это бакалавр, конечно же, и студенты, выпускники могут быть трудоустроены в следствии, в патрульной полиции, в полиции, в правоохранительной системе Украины. Соответственно, сейчас это является, проходит ряд реформ, где страна наша нуждается в молодых квалифицированных кадрах, и, соответственно, эта специальность является, безусловно, популярной. У нас она была популярна еще и в магистратуре, так как очень многие поступали, когда уже после бакалавра поступали в магистратуру на правоохранительную деятельность. И мы действительно сами увидели, что это является очень популярным, и, соответственно, при поддержке президента университета пролицензировали. И открыли новую. Медицина у нас залишилась серед новых, тоже теж дуже коротко про неї. От яким можна працювати, закінчивши лише от медицину? Медицина. От у вас. Медицина, конечно же, это многие ее называют лечебное дело. Так. Это будущие врачи, терапевты. Це сімейні лікарі, да. так? Да, конечно. Які зараз врач. Працюють по реформі, так? Да, соответственно, эта специальность у нас не было ее, и в этом году также при поддержке президента университета была открыта эта специальность. И, конечно же, мы уже видим результат того, что и опросов, и, соответственно, консультаций ряд, которые проводит приемная комиссия, что действительно это очень популярная специальность, она будет. И плюс материально-техническая база нашего университета, она позволяет обеспечивать, соответственно, в будущем качественных врачей. Юля, еще такое питання. Я знаю, что у вас можно отримати другу освіту. Так что для цього треба зробити? Для того, чтобы получить второе высшее образование, необходимо иметь диплом бакалавра, специалиста, либо магистра. И любой, уже даже многие работающие, да, человек, кто может получить второе высшее образование, 1,5 года на дневной форме, конечно же, если он работает, то 2 года на заочной форме и получает второе высшее образование. Що ж, я вам дуже дякую за інформацію. Угу. Юлія Шарапановська була в гостях студії «Репортера», і ми говорили про те, що 2 березня в Міжнародному гуманітарному університеті відбудеться День відкритих дверей. Мене звати Тетяна Блайда, побачимось. Щасти вам.